Ich darf Sie zur Pressekonferenz begrüßen. Sie können nun Fragen stellen. So, mehr Zeit bleibt uns nicht mehr. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken. Бывает и такое в Лиге Чемпионов, и это самое прекрасное. Непримиримые соперники встречаются между собой, да еще и в плей-офф. Мы ждем свистка к началу увлекательного сражения Челси против Young Boys. Футбол состоится в любую погоду, ну, почти в любую. Сегодня всем будет непросто, погода снежная и улучшаться не собирается. Комментировать матч сегодня будут Георгий Черданцев и Константин Генич. Первый матч 1/8 финала плей-офф мы будем смотреть. Все самое интересное впереди сегодня. Это Young Boys против Челси. Челси давно не проявлял себя в Лиге Чемпионов, поэтому к этому матчу внимание повышенное. Очень интересно будет посмотреть, как одна из самых играющих команд Англии проявит себя на фоне лучших клубов плей-офф Лиги Чемпионов. Наконец-то начался плей-офф Лиги Чемпионов. Все самые интересные матчи у нас впереди. Как думаешь, чем для Челси закончится этот турнир? Ну, вот так сложно сказать. Все-таки понятно, это будет как минимум только после 1/8 финала. Сейчас же команда играет первый матч, и для них самих еще непонятно, на что готов пойти соперник. Да и они сами. А вот дальше уже будет куда веселее, когда все команды войдут во вкус. Вот в таком составе играют хозяева. Четыре игрока защиты обеспечивают сбалансированную линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Перед нами состав Челси. Чаще всего в финал Лиги Чемпионов выходили итальянские и испанские команды. Больше 25 раз они представляли свои страны в решающих матчах. Побед же в финальных матчах больше всего, разумеется, у испанцев. Следом за ними идут итальянцы, ну а после уже англичане. Дает судья свисток, и плей-офф Лиги Чемпионов начинается. Пошли игры на выбывание, и началось самое интересное. Теперь ошибка каждой команды может стоить ей место в борьбе за главный трофей клубного футбола. Отдает он передачу. Потрясающе вратарь играет. Какой удар тащит. Подали мяч с углового в центр штрафной. Все, этот эпизод закончен. Решил пробить.
Просто невероятно сейчас вратарь играет. Как он взял этот удар? Как он сыграл? В центр штрафной подан мяч с углового. И ничего опасного здесь. Это Жоржини. А вратарь-то что творит, а? Он подает в центр штрафной. Точнее, удары быть голу. Промах обидный. Все здорово было сделано. Навес, сам удар тоже опасный, но все равно этого оказалось мало. Фабиан Лустенбергер. Ворота все ближе. И это удар! Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Еще раз гол посмотрим. Навес у него действительно получился идеальным. И здорово завершили они комбинацию. Прекрасный мягкий удар с лета. Смотрел бы и смотрел этот повтор, честное слово. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Аспиликуэт. Жоржини с мячом. Тимо Вернер. Защитники любят такие погодные условия. Подкаты по снежку одно удовольствие делать. Можно подавать тут. На этом атака заканчивается. Отличный перехват. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Навес в центр штрафной. Фабиан Лустенбергер. Есть удар. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Эрлинг Холланд. Браво, вратарь! Спасает он свою команду. Очень уверенно и красиво он справляется с этим мячом. Мяч летит в центр штрафной. Опасную угловую выполнить не получилось. Вынос. Выходит он один на один. Перехват. Они снова с мячом. Вернер. Пулишич. Есть время и пространство для навеса. И что он сделает здесь? Феноменальная реакция вратаря. Как он потащил этот удар. Потрясающий момент сейчас был, чтобы забить, но блестящая игра вратаря помешала этому. Это Жоржини. Вратарь в деле, отражает удар. Если посчитать эти угловые, можно просто заснуть. Ох, как хорошо сыграл он головой, но мяч мимо пошел. Хорошо, может атака пойти дальше, есть на кого сыграть. Мяч вышел за пределы поля, и Челси будет вбрасывать. Хаким Зиеш. Н'Голо Канте. Мяч они отлично держат, но поможет ли это им сравнять счет? Судья решил не останавливать игру, но в конце концов все-таки штрафной назначил, потому что команда ситуацией не воспользовалась. Довольно далеко до ворот, но он... Слишком далеко до ворот и даже в створ не попал, хотя удар получился. Но мне кажется, вратарь все видел и контролировал. Казалось, мяч летит под перекладину, но в последний момент он взмыл в небо. Чуть не заканчивается голом этот момент. Ниже полетел бы мяч, был бы гол. Вы посмотрите, сохранил-таки мяч под прессингом.
Играет через вратаря. Соперник сильно давит. Мяч у вратаря. Все в порядке. Тимо Вернер. Плохая передача. Мяч перехвачен. Фабра. Хорошо бы принять такой пас. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Еще чуть-чуть. Гол мог быть. Хаким Зиеш. Хаким Зиеш. Смещается в центр, ищет возможность для удара. И спасает тот игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Здорово играет в отборе. И разрезающий пас на хор. Ну, лучше бывают навесы. Сейчас мяч прилетел точно в руки вратарю. Улишич. Без мяча Челси остается. Идут в атаку они. Пройдет тут навес. Идет он с мячом дальше. Очень вовремя защитник играет на вынос. Корнер. Отличный шанс увеличить свое преимущество. Вот поточнее сыграть бы. Ну, в другой раз. Сейчас он хорошо пробил головой, но мяч прошел выше ворот. 2 минуты еще играть. Именно столько добавляет судья. Вернер. Пулишич. Можно навесить сейчас. Оставляет мяч для навеса. Великолепно сыграл защитник. Уходит команда на перерыв. За 45 минут забит один единственный гол. Дает судья свисток, и второй тайм матча 1/8 финала начинается. Плей-офф только начался, а разница по сравнению с играми группового этапа очень заметна. Сказывается давление на обе команды. Челси получает право на штрафной. Разные слухи и домыслы окружали состоявшийся трансфер, но теперь уже все бумаги подписаны. Мне кажется, двух мнений по поводу этого игрока быть не может. У него есть все задатки стать легендой. Уже сейчас он показывает тот футбол, который многими считается за эталон. Так что переход этот, безусловно, один из самых значимых в истории клуба. Отбор, все чисто. Челси с мячом на фланге. Там есть свободная зона. Есть пространство перед ним. Вратарь сыграл, но мяч забрать не получилось. Как? Как мяч не попадает в ворота после такого удара? Я не понимаю. Это было даже сложнее, чем забить. Легких путей они точно не ищут. Здесь все было сделано для гола. Но куда интереснее отправить мяч мимо ворот из убойной позиции. Челси начинает атаку. Не получилось перспективную атаку развить. Потеряли они мяч. Хорошо, он с мячом вперед идет. Фабиан Лустенберг. Пора забивать. Здорово! Очень хороший удар получился. Да, на какие-то сантиметры мяч разминулся со створом ворот. Кристенсен. Рис Джеймс. Зиеш. Эрлинг Холланд. Навес напрашивается. Мимо, но было довольно опасно. Да, чуть точнее, и счет снова стал бы равным в этой игре.
И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Н'Голу Канте. Они ждут свой шанс. Уверенно мяч держат. Зиешу передача. Здорово сыгран, удар заблокирован. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Удастся ли им быстрый выход из обороны в атаку? Фабра. Навесом в штрафную можно сыграть. Калум Хадсон-Удой. Маркос Алонсо. Это Жоржиньо. Может он сравнять счет? Вытаскивает этот мяч голкипер. Сумасшедший сейв. Спорить тут не с чем. Великолепная реакция вратаря. Лидеры в счете, можно позволить себе такие укрепляющие, я бы сказал, замены. Имеет тренер полное право. Мяч летит в центр штрафной. Кристенсен. Эрлинг Холланд получает мяч. Какой момент у Лукаку! Ох, вратарь! Как он сыграл сейчас отменно! Сейв мирового уровня у голкипера. Феноменальное спасение. Они ведут в счете, а тут еще и свежий игрок появляется. Сопернику будет нелегко отыграться. Канте. Не дает мячу пройти дальше. Здорово сыграно. Челси держит мяч и не расстается с ним. Надо забивать и сравнивать счет. Получилось у Челси реализовать этот момент. И счет снова равный. Классно они в стенку сыграли в этой голевой атаке. Нам ее повторяют. И, конечно, надо отметить прекрасный удар после выхода 1-1. Очень здорово сыграно. После ответного мяча у нас 1-1. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Жоржиньо. Рис Джеймс с мячом. И сейчас они терпеливо выжидают. Хороший шанс для... Есть у него пространство сейчас. Мяч потерян. А сейчас вперед можно выйти. Классно защита с этой ситуацией справилась. Разрядили обстановку. Толкается с защитником, но мяч сохраняет. Вот это пас прекрасный. Нужно забивать. И как здорово вратарь играет. Просто молодчина. Герой момента. Очень хорошо сейчас слышно болельщиков. Они рады хотя бы тому, что команда заработала угловой. Входит мяч у них. Играет в пас команда. Просто и надежно играет вратарь. Удар не опасный получился. Рис Джеймс. Н'Голо Канте. Пошли последние 10 минут игры. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Судья позволяет продолжить атаку. Мяч в центр штрафной летит. Фабиан Лустенберг. Такой удар для вратаря не опасен. Эрлинг Холланд. Остается 5 минут до конца основного времени матча. Счет равный. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Хороший по задумке пас. Похоже, они решили. Ну, решай же! Ну, таким навесом сложно создать что-то опасное. Вратарь без труда забирает мяч. Очень здорово прессингуют они. И как он дальше мячом распорядится? Шанс забить сейчас. Справляется с этим ударом Акинфеев.
Вот такой отбор, соперник остается без мяча. После рикошета мяч уходит в аут. Замена будет, пора новые силы выводить на поле. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Было нарушение, судья его видел, и как только атакующая команда потеряла мяч, вернул его на то место, где это нарушение было. И выносится мяч из штрафной. И закончен первый матч в этой паре. Упорная была игра, ничья, справедливый результат. Мощнейший матч провел Ромелу Лукаку, был лучшим в составе своей команды. Да, очень здорово выступил сегодня этот парень, и его гол помог свести матч к ничейному результату. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Vielen Dank für diese Aussagen.